И опять мы возвращаемся к образу жизни. Все-таки образ жизни, физическая активность формирует наше здоровье. А здоровье напрямую зависит от состояния мышц. Если мышцы не получают достаточно нагрузки, сокращение в них ухудшается. Это приводит к возникновению триггеров. Я сейчас не говорю за травму, просто за образ жизни. Со временем мышца еще больше сокращается. Это, в свою очередь, приводит к нарушению циркуляции в определенной зоне, а то и в области в целом. Нарушенная циркуляция приводит к тому, что позвонки дегидрируют межпозвоночные диски, и суставные поверхности сближаются друг с другом и со временем срастаются между собой. Вот вам естественный процесс старения.